поговорю, в чем лучше полумост, чем пуш-пул, на когда скважинность почти 50%, ну и детайм очень маленький. Вот на полумосте как работает. Вот, допустим, этот конденсатор имеет очень большую емкость. Это питающий конденсатор. Вот сперва закрываю. Ну, тут уже все раскачалось, допустим. Сперва закрывается этот транзистор, этот открыт. Закрывается, заряжается конденсатор. И конденсатор очень емкий, потому что почти там на нем напряжение не изменится. И через катушку начинает идти ток. Тут плюс, тут минус в этот момент. Катушка заряжается, насыщается. Потом этот транзистор закрывается, этот открывается. Тут был плюс, тут минус, теперь обратная ДС идет. Тут становится плюс, тут минус. Плюс идет через транзистор, входит в плюс. Минус входит в минус, заряжает этот конденсатор обратная ДС. Так, обратная ДС вся зарядила этот конденсатор. Теперь конденсатор начинает разряжаться опять на катушку. Становится тут плюс, тут минус становится. Теперь этот ключ открывается, закрывается этот ключ. Тут был плюс, тут минус. Теперь тут становится плюс, а тут минус. Значит, плюс идет тут, складывается с напряжением этим конденсатором. Потом плюс идет тут и заряжает вот эти конденсаторы уже. Вот этот конденсатор питания. Ну и потом цикл повторяется. Потом, когда обратная ДС вся зарядит этот конденсатор, тогда уже начнет из этого конденсатора идти тут плюс, тут минус, и заряжаться катушку, и все будет повторяться. А вот как на пуш-пуле будет работать. Очень экономично тут работает, потому что собирается обратная ДС, она впустую нигде не идет. А на пуш-пуле, допустим, этот открылся, вот от плюса идет на минус. Тут плюс, тут минус на катушке. Потом закрывается этот ключ, открывается этот, куда пойдет катушки, это обратная ДС. Тут станет плюс к катушке, тут минус. Пойдет плюс тут. И одна часть пойдет под по этой катушке, но тут она большая индуктивность, тут она по ней не пойдет. И она пойдет, тогда вот этот плюс пойдет, в этот минус войдет, тут станет плюс, а тут минус. То есть будет подаваться на этот конденсатор, как бы тут минус пойдет, а тут пойдет плюс, и он будет еще вдобавок разряжать его. Обратная полярность на него пойдет. Вот тут станет плюс обратная ДС. Так, сперва этот был открыт, теперь он был закрыт. Ой, открыт, насытилась катушка, теперь он закрыт. Вообще-то он, когда закроется, не сможет тут пойти. Тут он уже закрыт будет.
Так просто тогда обратная ДС вот тут станет плюс. А вот тут плюс. Тут минус. Плюс он тут не может идти. А минус он вот тут пойдет. И ему так как нет, негде тут упираться, так просто он тут в излучение пойдет. Ну, либо немножко там подмагнитить сердечник, но это все незначительно. Потом открывается этот, опять конденсатор заряжает. Тут плюс, тут минус. Зарядилась катушка. Конденсатор, тут плюс. И отключается этот ключ. Становится теперь тут плюс. Так как ключ отключен, опять некуда идти обратно ЭДС. Если только снабер будет, так он пойдет через этот снабер и будет нагревать резистор. Вот если тут дремпфер или снабер будет. Вот резистор последовательно с конденсатора. Просто пойдет через дремпфер и, ну, и там будет нагреваться этот резистор. А если не будет дремпфера, и тут очень высоковольтный транзистор, так просто на излучение пойдет. Негде ей идти. Ну, немножко сердечник размагнитит, может быть. Тут пойдет плюс, нет, где идти, тут минус. Может, начнет искать какую-то опору, а тут в плюс пойдет, потом тут в минус пойдет, там на землю, там, может, ну и излучение пойдет.